Всем привет, продолжаем смотреть описание картин. Портрет принца Дона Карлоса. Фос масла 109/95. Принц Дон Карлос, сын Филиппа II, его первой жены Марии Португальской, родился в 1545 году, умер в Мадриде в 1568. Драматическая жизнь, характер жестокий, болезненный, частые и беспощадные ссоры с отцом, все это окружило его личность легендой, превративший Дона Карлоса в романтического героя. Его судьба особенно интересовала Шиллера и Верди. Принцу на портрете приблизительно лет 14, что позволяет датировать картину около 1559 года. Художник, вероятно, слегка приукрасил модель, так как мы не видим в Карлосе ни признаков психической неуравновешенности, о которой говорят современники, ни деформации плеч, элегантно прикрытый плащом, подбитым горностаевым мехом. Возможно, портрет был обрезан, и этим объясняется отсутствие подписи. По-видимому, о нем идет речь в инвентаре мадридского Алькасара. В 1630 году принц Дон Карлос, одетый в желтое, с фиолетовым плащом, подбитым мехом горностая, портрет в рост. Это один из лучших портретов художника и, безусловно, раннее произведение, несмотря на то, что стиль автора уже обнаруживает большую зрелость. Обращает на себя внимание не только выразительность лица и рук, нервных и тонких, но и изящная гармония желтых тонов одежды и блестящая трактовка горностаевого меха, написанная в технике, очень близкой венецианским мастерам. Коричнево-серый фон, мягкий и ровный, с едва заметным окном. Ну, вот такое описание нашел на портрете Санчеса Коэльо Алонсо. Портрет принца Дона Карлоса. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.